Все произошло 10 июня около 3 часов дня. Пожилая женщина перешла дорогу в районе дома номер 41 по улице Гагарина и пошла дальше во дворы. Бабушка не заметила, что все это время за ней наблюдал молодой человек в белой куртке с черными вставками и голубых джинсах. Не упуская бабулю из вида, мужчина постоял еще минуты 3 на месте и пошел вслед за пенсионеркой. Сам момент нападения на старушку не зафиксирован. Это случилось вне зоны действия камер. Но то, как сломя голову убегал злоумышленник, запечатлеть удалось. В этот момент он уже выбросил сумку с продуктами, которую вырвал из рук своей жертвы, оставив себе только кошелек. Добычей грабителя стали 500 рублей. Это все, что было у бедной старушки. Кстати, убегавшего злоумышленника могла запомнить вот эта женщина. Она шла по тропинке мимо здания городского суда, когда он промчался мимо. Качество видео, конечно, оставляет желать лучшего. Но если вы все-таки узнали этого человека или стали свидетелем того, как он продолжительное время простоял на Гагарина 41, по всей вероятности высматривая себе жертву, позвоните по телефонам, которые сейчас на экранах.